Когда они учились в школе, то были не разлей вода. Но теперь они взрослые. Смогут ли они остаться друзьями? Привет! Здорово! Привет, Ленни. Или нет? Блин, я думал, ты спортом занимаешься. Это ты к чему? Ну тебя же разнесло. Да ну! Теперь они узнают друг о друге много нового. А это должна быть твоя мама. Моя жена. Мне так жаль. А мне нет. Охренеть можно. И не только они сами. Мам, я хочу молочка. Иди ко мне, кушай на здоровье. Какой милый мальчик. Сколько ему? 48 месяцев. То есть 4 года? Да. И смогут, наконец, оторваться по полной. Чем хочешь сегодня заняться? А чем ты любил заниматься в 12 лет? Лучше не надо. Тарзанка, это мой конек. Учитесь, пока я жив. Давай, Тарзан. Высоко как! Я боюсь! Columbia Pictures представляет суперкомедию. А вы умеете пускать лягушек? Смеешься? Я в этом деле профи. Иногда для того, чтобы повзрослеть, может не хватить всей жизни. Жарко-то как. По-моему, на нас запало. Привет, девчонки! Я из Саскачитуна. Это в Канаде. Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, Крис Рок, Роб Шнайдер и Сальма Хайек. Одноклассники. Ну все, погнали, малыш! Жми, давай! Вперед! Сваливаем!